Всем привет и добро пожаловать в Left to Survive, в игру Left to Survive. Посмотрим, что у нас новенького здесь произошло. Так, откроем сундучок. Больше ничего интересного нету. Но можно получить запчасти для того, чтобы прикупить что-нибудь. О, у меня аж 500 единиц. Можно что-нибудь полезненькое здесь прикупить, да? В магазине Тони. А ничего полезного особо не прикупишь. Ну ладно, можно гранат взять. Можно пару аптечек. Даже не пару. Вот. Так, все, запчасти у нас закончились. Не закончились. Можно еще пару аптечек взять. Оружие я пока апгрейдить не буду. Подожду немножко, потому что вполне возможно я прикуплю новое оружие. И тогда уже буду его апгрейдить. Так, в клане какие-то небольшие изменения. Ничего интересного нам не предлагается, к сожалению. Но аптечки мы купим. Здесь новые квесты. Но ничего пока не пройдено. Соответственно, наград никаких нету. Так, что? Ага, можно сократить немножечко. Но, в принципе, сокращать-то особо и нечего. Никаких у нас контестов, ивентов рабочего строителя или чего-нибудь в этом роде нет. Поэтому, собственно, подожду я 9 часов. К тому же сейчас вечер. Завтра утром здание уже проапгрейдится и запущу какой-нибудь новый апгрейд. Ускорить я не могу, у меня никаких уже. То есть я посмотрел рекламку, соответственно, ускорить не могу. Так что оставлю здание, вертолетную площадку до завтра. Так, ну и что ж, посмотрим, что у нас тут с мутантами всякими, насекомыми. Пройдем парочку уровней для того, чтобы награды получить. И заодно используем код, который уже появился. Так, сначала эти гнезда уничтожим. Так, у нас тут уже атака. Быстренько разобрались со всеми гнездами. Но этот уровень не такой сложный, то есть здесь, в принципе, ничего интересного нету. И уровень довольно быстрый. Несмотря на то, что дается 9 минут на его прохождение. Нам столько времени не понадобится. Уровень небольшой, беготни немного. Довольно-таки быстро проходится. Сейчас мы вот этих вот неприятностей уничтожим. Летающих. Бочки нам пригождаются. Так, а у нас еще один тут болотный ползает. Так, у нас остались прокашки. Такое ощущение, то ли туман, то ли вода. Ну, скорее всего, это все-таки туман, да, а не вода. Разобрались со скорпионом. Ну, простые маленькие скорпионы, они легкие, потому что даже если по ним просто попадать, то уже снимается жизнь. А вот по большим замучаешься стрелять. У них там снимается жизнь только когда стреляешь именно по хвосту. Так, что мы заработали? Заработали мы вообще что-нибудь или нет? Ну, немножко осталось, и у нас будет ключик.
Так. Ладно, можно еще разок-другой сыграть, да, чтобы заработать этот ключик. Оружие у меня все вообще не прокачанное, потому что я, скорее всего, ну, есть уже возможность купить оружие помощнее, посильнее следующего уровня и потихонечку его проапгрейдить. Так, ну этот уровень чуть-чуть подольше будет длиться, к сожалению. Немножко нудноватый. Здесь будет много летающих, прыгающих. Может быть, прыгающих, кстати, не будет, но летающих будет предостаточно. Там у них гнезда где-то. Да, успела подлететь. Паучки, тараканы, не знаю кто. Это скорпион. Скорпион не очень приятная вещь, но куда деваться. Это маленький скорпион, так что ничего страшного. Да. Быстро от них от всех избавляемся. Летают они по траектории по непонятной. То есть пытаются выжить. Понятное дело, все хотят выжить. Но мы их быстренько уничтожаем, разбираемся с ними по-быстрому. Так, ну уровень довольно-таки такой продолжительный все-таки, да? Мы уже минуту потратили на него. У нас там внизу ключок, что ли? А, нет, это... Летающая тарелка взорвалась и немножко нас обрызгала чем-то. Вон, попрыгунчик прибежал. Так, попрыгунчика быстро остановили. И еще один. Тоже улетает. И у нас снова таракашки. Много таракашек. Все, уровень завершился. То есть дается 9 минут на прохождение. На самом деле мы потратили не более 2 минут, да? Что, в общем-то, приятно. Так, что, получим мы сейчас какую-нибудь награду или не получим? Не получим. Но зато используем код. Так, и у нас следующий код 7. N C E 5 7 C 3. Та-да! Получаем награды. Ну, кстати, неплохо. 6 часиков. Инсектоиды Repelant. То есть, грубо говоря, аэрозольки 5 штучек на как раз на то, чтобы 5 игр сыграть. Золото, аптечки. В общем-то, все здорово, неплохо. Так, еще разочек сыграем. Надеюсь, сейчас награду добьем или не добьем, не знаю. Надеюсь, добьем. Если не добьем, придется еще разочек сыграть для того, чтобы добить эту награду. Но я надеюсь, я еще немножечко поиграю потом и добью, чтобы хотя бы какое-нибудь оружие купить следующего уровня. То есть, чтобы набрать определенное количество монет и прикупить следующего уровня оружие. Надеюсь, мне повезет. Так, надо уничтожить это гнездо по-быстрому, да. Чтобы оно больше не доставляло хлопот.
Какие-то непонятные леса, свалки. Так, а у нас тут еще гнезда, да? Летающих-то нам как раз не хватало, так что быстренько надо уничтожить. Летунов нам не надо. С ними слишком долго возиться. Летают по разным непонятным траекториям. Бегуны появились. Бежали дальше. То есть это, как вы понимаете, одна и та же карта. То есть с одной стороны мы сначала мы выходили из-под моста к дороге. Потом из леса. Потом с другой стороны, где горы. То есть просто карта одна, а начинаем играть на этой карте с разных сторон. Я так полагаю, награды мы никакой не получим, придется еще разочек сыграть для того, чтобы забрать. А не! Получаем награду, ну и заодно посмотрим, что нам ключик даст. Ключик. Откроем-ка мы сундучок. Где у нас сундучок какой-нибудь? Ага. 200 монеток. Ну, это минимальная награда, я так полагаю, ну, по монеткам. Я могу сейчас, наверное, проапгрейдить до конца. Да, смотрите-ка. Ну, практически до конца, придется чуть-чуть подождать. Но проапгрейдим сейчас, наверное. Ну, я вот так вот сделаю. Та-дам, проапгрейдили мы хелипад, вертолетную площадку. И, в принципе, можно еще что-нибудь запустить, апгрейд какой-нибудь. Вертолет, что ли, еще раз запустить? Или все-таки... Я бы вертолет, наверное, еще раз запустил. Будет апгрейд и будет помощнее вертолет. Потому что... Чтоб такого еще запустить. Ну, можно... Запустить производство запчастей тоже. Давайте-ка его запустим. Пусть будет. И заодно как раз чуть-чуть ускорим. Совсем прям немножко. Монет у меня всего 2000. Мне надо еще немножечко поиграть для того, чтобы как раз вот получить оружие. То есть 2750 за шотганчик, да, я так полагаю. И за автоматическое оружие нужно побольше посражаться и поднакопить больше монет. Но это, мне кажется, не произойдет. Здесь у нас... Нужно довольно-таки много играть для того, чтобы получить 500 монет. Это даже для того, чтобы на то оружие накопить, нужно прям очень-очень много играть. Не знаю, хватит ли у меня терпения на это дело, навряд ли. А в призах у нас монеток тоже не будет, потому что мы совсем прям, совсем-совсем в начале, клан не очень... Активный, к сожалению. Ну да ладно. Апгрейд запустили, вертолетную площадку проапгрейдили. Теперь, я так полагаю, мы можем проапгрейдить оружие или нет? Оружие мы проапгрейдить не можем. А, ну просто на самом деле не хватает запчастей, хотя не видно, что можно было бы проапгрейдить оружие, но я могу уже, по-моему, купить следующее, да, я уже могу купить. Так, это нам не интересно, потому что у меня ракеты помощнее. Я уже могу купить ракеты помощнее, а следующее будет только 45 уровень здания, а это не скоро произойдет, у меня только 41 уровень здания. И чтобы его проапгрейдить, нужно довольно-таки хорошо постараться. Здесь надо сначала добить вообще
общую мощность базы повысить, то есть апгрейдив, проапгрейдив различного рода здания, я получу, собственно, здесь нужно проапгрейдить здание для того, чтобы мощность базы была 163 640 поинтов, а у меня всего 163 325, то есть мне не хватает еще 315 поинтов, но они даются, вот, например, если это здание проапгрейдить, всего, по-моему, 160, да, добавится. То есть, грубо говоря, за различного рода здания добавляется всего 180 добавится. То есть надо два здания проапгрейдить для того, чтобы либо какое-нибудь орудие. За орудие вот нормально дается 400. То есть это, грубо говоря, нужно проапгрейдить какое-нибудь оружие, тогда сразу прям хватит мощности базы для того, чтобы начать апгрейдить на следующий уровень основное здание. Городской центр, так называемый. Ну что ж, код есть, немножечко поиграли, немножко подзаработали очков. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и до следующих видео. Всем пока!